Сегодня 7 ноября офис Воронежа. К нам пришла участница 94 года. Пожалуйста, представьтесь. Пошел Татьяна. Татьяна Викторовна, вы сдаете билеты, покажите нам, что сдаете, сколько у вас там? 10 тысяч. 10 тысяч билетов. Вы сами участвовали в 94 году? Нет, я. Кто-то из родственников, да? Хорошо, мы принимаем у вас эти билеты, начислим вам в личный кабинет 1500, и вы сможете вывести их на свою карту банковскую. Хочу вас спросить, по какой рекламе вы узнали о том, что Сергей Пантелеевич Мавроди выкупает эти билеты? Ну, от родственников. Тоже от родственников, да? Хорошо. У вас есть в планах участвовать в современной системе, разобраться и участвовать в современной системе? Пока еще не знаю. Пока не знаете. Ну, вам готовы помочь разобраться, задавайте любые вопросы, готовы консультировать вас. Что хочу сказать, как вы смотрите на эту акцию, то есть, которую проводит Сергей Пантелеевич Мавроди? Я думаю, хорошая акция. Благодарны ему за то, что он выкупает эти. Да. Ну, все, желаем вам успеха, всего доброго, до свидания. Спасибо.